Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Сила порталов. Так, и мы с вами остановились на мире, который называется Магма, если не ошибаюсь. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Так, морозный мир мы с вами прошли. Да, мир Магмы. Так, первый уровень. Давайте так и оставим. Никого менять не будем. Так, опять с вами заныриваем в портал. Атака наполняет специальные атаки черепашки. Как будто бы мы этого не знали, да? Ну ладно, все, хорош летать. Так. Ух ты, вот так местечко, мир динозавров. О, может заведем динозаврика? Рокстеди ищет союзников, чтобы захватить Нью-Йорк. Вряд ли они встретят нас дружелюбно. Угу. Понятно. О нет, камнелюди. Да ладно тебе. Расстраиваться, это камнелюди. Ухи какие-то, на самом деле. Все, видите, щеглы. По-другому их не назовешь. Да кто там все время орет, как будто лошадь где-то. Я не вижу никаких лошадей. Давай бомбить. Во-во-во-во-во, пошло, пошло, пошло. Так, Лео там дал джазу. Так, отличненько. Давай еще. Так, Донни, Донни, давай. Кстати, вот этот вот удар, я не понимаю, что он делает. Защитную ауру, наверное, скорее всего, да? Так, 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 что это за бред пролетел здесь такой спутник, блин? Не сбавляйте обороты, получай! Эй, это клан Фуд. Да-да-да, ребята, ниндзя пришли к нам. Сейчас они получат по первое число. Я, кстати, специально буду держаться от них в стороне, вот здесь вот. Он надеялся меня впечатлить. Выходим на новый уровень. Так, ребята, у нас есть массовый удар. Правосудие по черепашье. Вот сейчас мы его и применим. Ха-ха. Все, что ли? Так быстро. Так, давай, давай, Донни, бомби. Так, тихо, тихо, тихо. Смотри, этот хламон хотел меня ударить, а? Ниндзя Фуд. Вот так вот, не бывать этому. Так, ребята, у меня тоже накопился суперудар, также и у Рафика. Все, что ли? Ну, как быстро. Быстро и легко. Спускаемся с вами здесь пониже. Опять камнелюди. Ого, они не шутят. Какой запах. Ну, естественно, ребят, нифига себе. Пицца XL увеличивает наносимый ущерб и усиливает атаки с защитой. Ничего себе, мы какие гиганты. Офигеть. Интересно, а, ну да, в принципе, у нас повышается все. И атака, и защита. Готовы вкусить моей нунчаковой ярости, кричит Майк. Так, что это они тут такое хотят? Что они творят-то здесь, а? Ну, добили? 50, ребята, 50 очков нам нужно набить, чтобы у нас был массовый удар. Пока лишь только 25. Квикли. Поехали давай, Квикли. Да, магма-мир. Такое ощущение, что действительно мир динозавров. Так, опять клан Футы. Абракадабра. Так, иди сюда. Будем с тобой разбираться. Что ты там дергаешься, ты пыхаешься-то, а? Так, ну-ка, вот эти вот. Да, ребят, колонны мы разбиваем. Пицца XL. Опять же у нас гигантская пицца взята. И мы с вами опять становимся большими. Так. Слушайте, ну смотрите, видите, на земле какая-то мишень появляется. Но почему-то я ничего не вижу, чтобы на нас что-то летело. Странно как-то. Иди сюда. Вот так вот. Ну что, хватит с тебя? Да, с него хватит. Да, беги-беги. И у нас, ребята, победа. Первый, так сказать, уровень пройден. А, чуть-чуть, да? Да-да, чуть-чуть не хватило нам. До трех кристаллов. Да и хрен с ним, в принципе. Ну что же, давайте тогда забегать в портал. И будем приступать к второй миссии. Так, пицца XL увеличивает наносимый ущерб, усиливает защиту и увеличивает размер черепах. Понятно. Да-да, именно вот сюда, ребята. Так. Хочу какие-нибудь новенькие костюмчики уже себе. Желтый восклицательный знак означает, что противник готовится к атаке.
Желтый восклицательный знак, понятно. Так, ну. Ага, опять эти камни-люди. Пицца, пицца на хп. Да, пицца здоровья, ребята. О, да, это специально для Майки. Дело сделано. А самый молодой у нас Майки, так ведь? А лучше не вставай. Так, Донни, какой-то ты неповоротливый, я не знаю. Надо тебя, по-моему, менять. Я вообще-то люблю больше играть за Лео. Ну, можно попробовать и за Майки, кстати. Мы за него практически никогда и не играли. Так, перебрались. И что здесь? Кто? Ага, ниндзя фуд. Хорошо. Будем их разбирать, ребята. Круто! Замороженная пицца. Вот только ей почему-то мы никого не заморозили. Ладно, не беда. Вот и конец. Нет, это еще только начало. Ну давайте, 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 ниндзюцу, нападайте. Будете отгребать по полной программе у меня. Шок и трепет, детка. Так. Главное, чтобы они меня не ударили, а то у меня обнулится счетчик. И мне придется заново... Как... Блин, ну что ж, о чем я вам говорил, ребята? Опять обнулили мне счетчик. Мне придется опять делать 50 комбо. Мы их сделали. Так, спускаемся еще ниже. Так, замечательно. Опять эти ниндзя-фуды. Ух ты, это что такое, ребят, смотрите. Лавовый костюм. И кто же это у меня взял? Рафик? Слушайте, я хочу посмотреть, что у него за удар такой. Ну-ка. Бубу, ничего себе. Блин, а он прикольный чувак. Ноги и лапы у него в огне. Не в огне, точнее, а, знаете, как это, в магме. В том же ритме, братцы. Давай, иди сюда. О-о-о-о. Отлично. А мы пока, ребята, с вами поиграем за Майки. Чук-чук-чук. Рубим их всех там. Покатушки. Это тебе. Сила черепах. Так, ну что, ребята, идем с вами дальше. Блин, Рафик прикольный. Мне нравится, надо будет за него потом сыграть. Так, а мы пока камни людей будем бомбить. Это, знаете, какие-то пигмеи каменные. Да-да-да, именно так. По-другому их не назвать. Чук-чук-чук, током его бомбим. На, получи. Бессмысленное разрушение, моя фишка. Ох ты. Каменный воин, сотрем их в порошок. Игра окончена. Слушайте, этого волка надо как можно быстрее бомбить. Ага, он когда умирает, от него, видите, да, маленькие пигмейчики выскакивают. Еще один каменный. Ну-ка давай. Вот так вот, Рафик, малорик. Блин, смотри-ка, все равно устал. Так, масуха, наверное, надо, ребята. Шикарненько прописали мы. Так, ну, а с мелкими мы расправимся элементарно. Так, ну-ка, иди сюда. Все. Фу, довольно легко и быстро, ребята. Мы прошли с вами второй уровень. Так, и нас... Воу, даже три кристалла заработали. Замечательно. Так, быстренько бежим в портал. И переходим с вами на третий уровень, ребята. Красный восклицательный знак означает, что противник готовится к яростной атаке. У них даже яростные атаки бывают. Так, ага, вот у нас третий уровень. Хм. А на четвертом у нас будет поджидать какой-то босс. Так, давайте, ребята, я как-то, наверное, выберу Рафа. Да. Будем играть, наверное, за него. Ну, по крайней мере, я хоть посмотрю, что он из себя представляет. У нас же еще там, не забывайте, есть обычный удар на F, когда мы нажимаем. Помимо суперудара. Так, фиг, нифига не стал играть почему-то. Опять я играю за Майка. А как мне переключаться, я хрен его знает. О, во, ребят, переключился. Все, буду играть за Рафика. Так, массовый удар у нас готов, ребята. Ну-ка, почикаем их тут всех. Отлично получилось. Слушайте, ну, Раф такой, знаете, довольно шустрый, быстрый. В отличие, по крайней мере, от Доника, он в разы как-то шустрее двигается. У нас есть пицца, у нас есть пицца.
Так, ага, опять еще один портал открылся. Ну ладно, покажем, что мы умеем. Естественно, покажем. Я думаю, им понравилось. Так, вот, ребята, удар на Эфнос, а это супер удар. Ух ты! Ну, отлично. Так, главное не запутаться, где я, потому что порой тут переключается почему-то автоматически у нас управление на другого, на другую черепашку, и я могу это пропустить момент. Шок и трепет, детка! Ниндзя, все вместе! Так, скочим. Скорее, ты так спешишь, как будто здесь тебя ждет босс. Босс у нас, по ходу дела, ребята, будет на следующей миссии, на следующем уровне. И я думаю, что мы его сегодня увидим с вами. Мне самому интересно посмотреть, кто у нас там будет. Но это все потом, а пока у нас драки с ниндзя-футами. Получай! Отпад! Фу-фу. Ты не знаешь, как больно это будет? Ну, на самом деле, ребята, здесь вот эти вот и что ниндзя-футы, что вот эти вот каменные пигмеи, они все довольно легкие. Покажем им, что мы умеем. Я никаких вообще трудностей в этом не нахожу. Разбиваются они просто на ура. Так, давай, иди сюда. Ну, это, с одной стороны, даже хорошо. Но, тем не менее, мы почему-то не можем с вами пройти на три кристалла. Несмотря на то, что здесь они все такие ватные. Так. Ну-ка, дай-ка я, наверное, ребятушки, подобью монументы. Да, не получилось. Так, должна быть, наверное, какая-нибудь пицулька. Черт, подери, блин. Да, ребята, опять же замороженная пицца у нас выпала. Так. Я так и не понял, что она делает. Ну, по-моему, вообще ничего. Огонь, мы вооружены. Да падайте вы уже, а вы достали тут же плясать. Да, в том же ритме. О, дроиды вышли. Слушайте, такое ощущение, что легенда не черепашки и вот эта вот игра как-то связана между собой. По крайней мере, боты и вот эти вот дроиды, они уж очень сильно похожи, что оттуда, что отсюда. Так. Абракадабра. Угу, второй портал. Наверное, здесь будет три портала, где эти щуприки будут выходить. Ну, под электрическим током ничего не могут сделать. И мы их просто-напросто расколбашиваем. Да, разберемся с ними. Повеселимся. Слушайте, а они сказали недавно здесь Крэнк. А где Крэнк? Я его здесь не вижу почему-то. Ну что же, у нас очередная победа. Мы прошли с вами этот уровень. Да, получаем всего два кристалла. И бежим на следующий. И у нас, по идее, должен быть там босс. А вот кто он будет, я пока не знаю. Сейчас мы сами в этом убедимся и проверим, кто он там такой. Так, как раз четвертая у нас миссия, четвертый уровень. Мини-босс это, ребята, здесь будет. Так, поехали. Если каменный воин раскален, то атака на него отнимает здоровье у черепашки. Если каменный воин, а что, у нас здесь будет еще каменный воин раскаленный? Очень интересно. Так, ух ты, это что такое, ребят? Диновоин. Костюм, дающий силу динозавра. Это по мне. Вот и конец. Нифига ты, Майк, блин. Напялил-то на себя здесь, а. Да, Майк, теперь ты не ниндзя-черепашка, а ниндзя-динозавр. Воу, довольно неплохо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Так что теперь мы будем здесь, по ходу дела, отжигать по полной программе. Так, у нас масуха есть, ребята. Давайте-ка сделаем. Блин, не стоило этого делать, ребята. Всего лишь два ниндзя было. Ладно, фиг с ним, еще накопим. Так, спускаемся пониже. И кто у нас здесь? Ага, клан футовцы. Ладно, давайте по-быренькому разберем их. Так, Раф, не тупи, не тупи. Блин, такое ощущение, что они за мной охотятся. О, да, ты попал под панцирь. Вот так вот замечательно огрели. Так, у нас нет. У нас накопился суперудар, но я смотрю за суперударом. А вот, суперударом у Майка тоже готов. Как раз у нас будет такая неплохая довольно комбинация. Так, ну, можно в принципе потратить, ребят. Юху, замечательно.
И я только разогреваюсь. Это точно. Блин, прикольно, прикольно. Мне нравится, как у Майка действует костюмчик. Ржет так ехидно. Кажется, плохие парни кончились. Ну, раз кончились, давайте искать тогда других. Это разве проблема? Их здесь должно быть очень много. Так, морозная пицца. О, так, вот они. Может быть, вот эти вот каменные воины разогреваются. Ну, я что-то особого такого не видел. Единственное, что они распадаются у нас, да, на маленьких пигмейчиков. Так, вот он упал. А, нет, еще встает, гаденыш. Ух ты, нифига он там наяривает. Так, все, готово. Интересно, а кто же здесь тогда будет босс, а? Еще один каменный гад. Так, надо применять, ребята, массовый удар. Потому что из их двое вышло. Так, давай, Майк. Тудюш, отлично. Отлично ты это сделал. Так, все вроде бы, да? Последний пигмей. Разбомбили мы его. Еще есть? Нет? Чудно. Все ниже и ниже. Куда-то к лаве мы спускаемся. О, тихо. Этот парень как гора. Понаделаем в нем кротовьих нор. Слушай, я только за. Блин, надо массовыми ударами, ребята, бомбить. Так, пицца халапеньо мы взяли. Так, это у нас на подхил идет. Понятно. Ёлки-палки, вот это шмаляет он. Так, давай, Лео, бомби. Отлично. Что он там хрюкает еще мне, а? Так, давайте делать суперудар нафиг. На-ка, выкуси, гаденыш. Все, что ли, рассыпался? Ну, ребята, мини-босс, на то он и есть мини-босс. Чтобы вот так вот легко мы его могли разбомбить. О, больше нет. Да, довольно легко и просто мы с вами идем. Эх, всего один кристалл. Жаль, жаль, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях и допройдем все-таки эту игру. Какой нафиг допройдем? У нас еще проходить и проходить здесь. Так что я думаю, что дальше будет интересно. Ну, а на этом все. Всем пока. До скорого, ребят.